Товарищ Крылов, вот когда нужно по помойкам-то бегать, смотрите. Вот это растение. На вашем фермерском хозяйстве такое даже не снилось. Знаете, я вот ногу поставлю, да, примерно сравнить. И вот это вот у нас, как вы называете, на помойке растет. Представляете? Вам как фермеру даже это присниться не может. На вашем фермерском хозяйстве, которое, оказывается, даже не зарегистрировано. Скоро будем урожай снимать. И так это, тут везде это все. Даже не сажал никто.